Мы гордимся нашими студентами, мы гордимся всеми вами. В Мирнинском региональном техническом колледже начался юбилейный 45-й учебный год. По уже доброй традиции собрались студенты, родители, гости и социальные партнеры. Наш колледж, он признан одним из лучших учебных заведений в сфере среднего профессионального образования Российской Федерации. Об этом говорят множество различных наград, различных уровней конкурсов. Соответственно, студенты МРТК активно принимают участие в различных конкурсах российских, международных и, самое главное, занимают призовые места. У колледжа замечательная материально-техническая база, сильный преподавательский состав. Ну, это, соответственно, является основой для подготовки высококвалифицированного рабочего персонала. Результаты работы колледжа высоко оцениваются и за пределами республики. Это подтверждается неоднократными победами студентов на различных конкурсах. Отметили и преподавателей. Многие получили государственные награды, грамоты и благодарственные письма. По итогам прошлого учебного года серебряной медалью международного заочного конкурса «Надежда планеты» в номинации «Главная профессия» удостоена Татьяна Сураева. Дипломом первой степени конкурса профессионального мастерства среди педагогов высшей квалификационной категории награждена Людмила Волкова. Среди педагогов первой квалификационной категории – Ольга Сидорова. Среди молодых преподавателей – Аюна Данзанова. Лучшей кафедрой стала кафедра информатики, электротехники и электроники. У студентов будет новый предмет – основа православной культуры. В конце сентября стартует проект Якутской епархии среди учебных заведений среднего профессионального образования. Это абсолютно культурологический предмет. А с другой стороны, существует федеральный закон о свободе совести. И вот в преамбуле к этому закону сказано о том, что православие оказало особую роль в истории государства российского, в формировании культуры, формировании традиций, формировании быта, в плане воспитания личности и души нашего народа и наших народов. И поэтому не знать эту культуру, ну, наверное, для современного человека это есть элемент такой вот безграмотности. И первую лекцию в стенах колледжа, первую лекцию, такую вводную лекцию по основам православной культуры 30 сентября проведет сам архиепископ Якутский Еленский Роман. Праздник украсила концертная программа коллективов художественной самодеятельности колледжа. Марфа Яковлева, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край».